огромный привет, мои дорогие зрители! Сегодня я вам решила показать мое утро, утро с восьми детками. Кто зашел на наш канал впервые, немного расскажу о себе. Меня зовут Ирина, мне 31 год, и у нас 8 замечательных деток. Старшей дочке исполнилось 11 лет в сентябре, а младшему будет скоро 6 месяцев. На нашем канале я показываю будни многодетной мамы, иногда готовку, мотивацию на уборку, ну, просто показываю жизнь, как она есть. У нас еще продолжаются каникулы, поэтому мы рано не встаем. Я встаю обычно, когда меня уже разбудят малыши. Вечером все детки засыпают у себя в кроватях, и Сереженька тоже, но, как правило, под утро спят все малыши с нами. Причем именно в эту ночь Андрюша к нам уже не приходил, пришла только Кристиночка, и спустя какое-то время уже и Андрюша проснулся и к нам подошел. Старшие дети еще спят, я их сама не бужу, думаю, пока каникулы, пускай отсыпаются. Но, как правило, они долго не спят, где-то часов 9 уже просыпаются все. Тут уже и Андрюша пришел к нам, он еще сонный, ложится под одеяло, вот так вот он клубочком заворачивается с нами обычно ночью и спит. Я сейчас не тороплюсь вставать, я думаю, пока дети со мной, пока они, знаете, так любят понежиться в кроватке, думаю, побуду я с ними и тоже немного так полежу. Когда я вижу, что уже малыши лежать не хотят, я занимаюсь Сережей, я меняю ему памперс, подмываю и переодеваю уже в чистую такую свежую одежду. Как правило, пока я одеваю Сережу, со мной находится Кристиночка, потому что она очень любит нянчиться с малышами, она приносит памперс, помогает мне его одеть, такая помощница мамина. Тут уже потихоньку просыпаются дети, уже Лёша к нам пришел. И после того, как я одену Сереженьку, я уже буду приступать к завтраку. Ну, а я уже перешла на кухню, посадила рядом с собой Сереженьку, пока он не спит, он находится со мной. Вчера вечером делала тренировку и так устала, что уже вечером не стала ничего мыть. Думаю, утром встану, помою. На сушилке все оставила от миксера, вчера делала очень вкусные пончики детям. Ой, ну ничего, в общем, сейчас все это я уберу, ну а пока буду готовить кашу. Ставлю кастрюлю на плиту, наливаю туда молоко. Сегодня я решила сделать пшенную кашу детям, они очень ее любят. И хочу также сделать горячие бутерброды, когда каникулы или выходные, я довольно часто их готовлю. Знаете, просто, вкусно, и дети довольны. Очень выручает такая электрогрильница. Заранее достала хлеб, и после этого я иду умываться. Тут главное не забыть про молоко, потому что были случаи, я иду умываться, потом меня кто-то куда-то позвал, все, я забываю, и молоко убегает. Вот тогда, конечно, обидно, потому что приходится все это отмывать, плиту, переливать молоко. Ну, в общем, вы сами понимаете, что это. Тут уже пришла Кристиночка, тоже чистит зубки, ну, а я причесываюсь и бегом на кухню. Когда чистят малыши зубки, я нахожусь с ними, ну, а старшие чистят уже сами, я за этим не слежу. Здесь дети попросили, чтобы я им включила мультики, я им включила специально, думаю, пускай посмотрят, пока еще не все проснулись, чтобы особо не шумели. Каша сегодня у нас будет пшенная, я уже об этом говорила, я ее хорошо промываю и убираю в сторону. Пока есть время, я убираю все с сушилки, мою посуду и потом буду заливать кипятком наше пшено, чтобы пшено не было горьким. Thank you.
пшено я залила кипятком и приступаю к чайнику. Забыла вчера заварочный чайник помыть. Не люблю оставлять, конечно, с вечера, но не было вчера у меня силы это отмывать, поэтому приходится все делать сегодня. Молоко у нас уже закипело, я туда высыпаю пшено, кладу немного сахара, солю по вкусу и ставлю на мелкий огонь, накрываю крышкой, и она там немного у нас томится. Называется «Включила дети мультики», а они все равно находятся со мной, как правило, так и бывает. Включаю специально для Андрюши, чтобы он тихонечко там посмотрел, но он все-таки любит проводить больше время с мамой. Пока каша варится, я завариваю свежий чай и буду приступать к нашим бутербродам. Довольно часто читаю комментарии ваши, где вы пишете, как я справляюсь, как, что вы не представляете, каково это, 8 детей. Поверьте, когда у меня было 2 детей, 3 детей, мне тоже было тяжело, а потом как-то становится проще. Недавно я оставалась одна с Андрюшей и Сережей, и я вспомнила, каково мне было, когда было 2 детей. То есть он полностью просто вот ходил за мной по пятам и не давал мне ничего делать. А когда детей много, то они вместе играют, они находят чем заняться. И получается, дети просто переключаются на своих братьев и сестер. Сыр я уже порезала, тут уже ко мне пришел Петя, проснулся, решил мне помочь. Я здесь уже одеваю Андрюшу. Андрей умеет сам одеваться, но он вообще не любит ходить в одежде, поэтому я его заставляю ее одевать. Бутерброды детям я сделала, и теперь делаю себе завтрак. Я говорила, что я участвую в марафоне, нам прописали меню и тренировки на целый месяц. Был уже 3-й день марафона, но я только первый раз решила себе отдельно сделать по меню, которое нам расписали. Сегодня был овсяный блин, но, честно говоря, как-то он мне не очень понравился, наверное, что-то сделала не так. Каша уже почти готова, и я взяла сливочное масло, у меня вот в масленке оставался кусочек, и я его добавляю в кашу. Пока каша там доготавливается, я перехожу к малышам в комнату, открываю им свет в окно и говорю, чтобы они заправляли кроватки. Они, конечно, заправляют кто как может, и я потом незаметно это все дело исправляю. Старшие дети сами у себя заправляют кровати, я им ничего не напоминаю, ну а я перешла к себе в комнату тоже заправлять. Очень часто бывает, я прихожу в комнату, а уже кто-то из малышей или из старших заправили нашу кровать, конечно, это приятно. Тут я зашла в комнату к старшим, увидела, как Петя танцует, и думаю, почему бы нам всем не потанцевать? Танцы это, конечно, хорошо, но у нас еще не было завтрака, я девочкам говорю, давайте скорее причесываться и идем уже завтракать. Ксюшу я сама причесываю, Кристину тоже. Машу обычно причесывает Таечка, она любит, но Тая у нас не всегда хочет сниматься, поэтому сегодня все делаю я. Были комментарии с вопросами, что делать Сереженька, пока я готовлю или убираюсь. Я уже не раз говорила, что я могу что-то делать, когда Сережа спит или спокойно лежит. Конечно, если он там плачет или хочет на ручках, то приходится мне носить его на руках, пока он не успокоится и не заснет. Но если он спокойно играет или спит, то я сразу беру камеру и снимаю. Здесь я уже перешла на кухню, девочек я причесала и начинаю накрывать на стол. Маша мне тоже помогает, раскладывает ложки. Ну а я начинаю уже детям накладывать кашу. Детей я сразу не зову, потому что она очень горячая, уже зову, когда она остынет немного. Кашу я детям варю, которые они любят, поэтому быстро она у нас съедается.
Детям каша, а маме овсяный блин. Ну попробуем. Вкусный он или нет, посмотрим. Первый раз делала. Когда дети уже позавтракают, поедят кашу, то я уже наливаю чай, сразу на стол не ставлю, чтобы никто не опрокинул, знаете, так спокойнее. Чай я детям разбавляю, чтобы горячим не был, чтобы не обожглись. А когда дети поедят, они обычно помогают мне убраться, но сегодня они не хотели сниматься, поэтому убираю я сама. После завтрака дети занимаются своими делами, старшие пошли делать уроки, хоть у нас каникулы, но они что-то читают, пишут, ну а потом к нам приходит нянечка и помогает нам с прогулкой. И, как правило, пока дети гуляют, я готовлю обед. Было очень много вопросов относительно няни. Я по дому все делаю сама, и уборку, и готовку. Мне вот именно она нужна, чтобы там детей забрать из школы, погулять и отвезти на занятия. Но сейчас карантин, на занятия мы не ходим, к сожалению. Вот, а так, в основном, все такие бытовые дела, все на мне. И к разговору о том, что как же я справляюсь с 8 детьми, конечно, мне кажется, вот раньше, когда было, не было стиральных машинок, сушильных машинок, посудомойки, вот тогда-то вот наши бабушки, прабабушки, вот они героини, да? А сейчас все гораздо проще, очень много помощников, поэтому, ну, помощников я имею в виду, в быту, поэтому не так все сложно, как кажется. Прибираюсь немного на кухне, я уже разгрузила посудомоечную машину, теперь загружаю ее снова. Андрюша тут собирает мозаику, да, Андрюшенька? Лёша там делает оригами, очень любит из бумаги что-то мастерить, делает себе какой-то там меч. Не все у меня поместилось в посудомоечную машину, и я домываю руками. Тут уже ко мне пришла Кристиночка, чтобы я с ней поиграла сейчас домой и немного с ними тоже посижу. Между завтраком и обедом у нас всегда второй завтрак, и, как правило, это фрукты. Сейчас мою яблочки, мандаринки, и потом они поедят. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Сережа почти заснул. Я его так иногда качаю, чтобы он уснул. Ну а дети сейчас доедают фрукты и скоро пойдут гулять. You and I, we got it. Can't wait.
sleep. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through and through. No limit to. Забыла с вечера достать фарш наш домашний, который мы делали, и решила его замороженное. Сейчас положу на сковородку и хочу сделать сегодня мясную запеканку. Дети не любят резанный лук, поэтому я его натираю мелко на терке. Картошку я почистила и теперь ее разрезаю, чтобы сварить для пюре. Фарш уже почти разморозился, я туда добавляю потертый лук и перемешиваю. Картошка у нас уже сварилась, я сделала пюре, помяла ее толкушкой вместе с молоком и теперь выкладываю на противень, аккуратно раскладываю и сверху уже буду выкладывать мясо. В последнем видео я уже рассказывала, что у нас не бывает одновременно и суп, и второе, поэтому я меняю. Иногда у нас может быть суп на обед, иногда только второе, поэтому сегодня я решила сделать такую мясную запеканку, и она и сытная, и вкусная, и дети хорошо ее едят. Теперь на картошку я кладу мясо, и после этого сверху опять выкладываю картошку, смазываю сметаной и убираю в духовку на 180 градусов минут на 20, пока не зарумянится. Control. I'm living fast, I've lost my soul, I'm driving. И вместе с запеканкой я подам свежие огурцы, просто порежу и разложу на тарелке. Дети хорошо едят овощи и стараемся, чтобы они у нас всегда были. Ну все, обед готов, я еще сварила компот из сушеных яблок, так что жду теперь, когда придут ребята, и будем вместе обедать. Наверное, я немного рано вытащила противень с запеканкой, потому что не особо она подрумянилась. Видите, сметана еще сверху не зарумянилась. Но ничего страшного, все равно было вкусно, это я говорю наперед. А на сегодня я буду с вами прощаться, дорогие зрители. Спасибо за ваши просмотры, за ваши комментарии. Очень всех вас любим. Всем пока-пока. Home for every mile.